Ну что, эпилог, пустота зовет. Сколько заданий здесь, я вообще без понятия. И уже первую миссию успел начать. 4 сохранения, загружаем. А, даже длительность почему-то 3 минуты пишет. Но это, наверное, ролик. Так, и там в начале миссии какой-то газ или что-то такое. Что, короче, потихоньку тратит щиты у боевых единиц. Поэтому надо сейчас посмотреть. Быстренько избавиться от этого газа. И что там дальше будет в задании. И вообще, какое развитие будет? Можно ли заглядывать в копье, там настраивать, какие войска брать с собой, какие виды войск, самое интересное. Ну, так как это компания протосов, то, мне кажется, должно быть. Но, честно говоря, не знаю. Вообще без понятия, что по сюжету будет. Но вроде как финал должен быть всей трилогии вот этих всех трех компаний. И останется одна. Ну там не то что компания, наверное, несколько миссий, может какой-то сюжетец маломальский, но его я никогда не видел. Так что позырим. Но тут все собрались: Рейнар, Артанис, Керриган. Может быть, когда-нибудь тамплиеры. Разите без промаха. Слуги Амуна выходят из этого разлома. Уничтожьте его. Очистите миазмы. Я узнаю этот голос. Это Тассадар, мой бывший учитель. Сделай, как он просит. Я призвал вас во времена великой нужды. И вы пришли в этот мир. Здесь меня держат в плену. Освободите меня от его оков. Чьих оков? Королева клинков. Какой приятный сюрприз. Нару. Мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Здесь моя жизнь продолжится, а твоя завершится. Сердце тьмы. Так, ну по-любому строимся. Все как тут тираном, кстати. Артанис, будь начеку. К базе Джима приближаются войска Наруда. Рой поможет отразить нападение. Мои тамплиеры идут к тебе. Вместе мы одержим победу. Во имя Тассадара. А че я разрушителя взял? Или сталкер? Позорный. А как так? Дезинтегратор. От зараза. Ну ладно, пока строим. Я. И этих нету, надо этих направлять.
ладно. Так, ну давай одного. Так, это из Ленки. Ну-ка, что он там? Наведение на цель получает урон, силовое поле. А, это я понял. И поле зрения увеличивает. Нормальная тема. Урон не наносит, кстати говоря, вообще. И по пилонам херня у нас. Мою базу атакует гигант. Сосредоточьте огонь на этой твари. Еще одну такую же тварь. Мы должны подготовиться. Враг познает нашу ярость. Отлично. Мои парни организуют здесь линию обороны. Так, ну что-то мне Nexus охота поставить. Еще один. Гиперион вызывает копье Адуна. Впереди несколько стратегически важных позиций. Нужно попробовать захватить их. Прекрасная идея, адмирал. Очистив их от сил противника, мы подготовим плацдарм для постройки новых баз. Вы там пока повоюете, а мы тут все-таки построимся еще. Так, что у нас есть? Перегрузка щита. Остановка времени. Так, копье. Пилот. Так, надо пилонов поделать. Нужно построить больше пилонов. Этого товарища сейчас мы заберем на строительство пилонов. Тут у нас что, кстати? Наш пилон атакован. Враг увидит, на что мы способны. Так, два. Вот так все будут.
способны. Сегодня Рой придет. Сара, я отправил десант к тебе на передовую. Артанис, ты не хочешь присоединиться? Я посижу пока лучше. Я сердце тьмы. Так, ну давай, вентилятор. Я голос затмения. Адун. Так, все тут 24, короче, надо строить эти. Что у нас? Улучшение. Враг увидит, на что мы способны. Убейте это существо. Все получилось, пилонов под намутим. Наш пилон атакован. Враг познает нашу ярость. Так, теперь батареи, это все потом. Ядро у нас одно есть. Оружейное делаем. Потом архивы. Так, дальше что там? Звездные врата искривления у нас есть. Робозавод искривления есть. Темное святилище. Маяк и узел осталось. Thank you.
Так, ну какую-то защиту выставить. Рейнар, мои войска в пути. Командир Протасов, мы ждем поддержки с вашей стороны. Прикончите его! Зерги, вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Освободи меня. Вы же все его слышите? Да, но у меня по-прежнему много вопросов. Thank you.
Будьте, Рой, ваш союзник. Королева Клинков несет лишь страдания. Она враг всего живого. Сара, я послал тебе несколько отрядов на подмогу. Артанис, мы будем премного благодарны, если ты тоже примешь участие. Так, погодите вы со своими участиями. Так, авианосец у нас. Так, получается, что тамплиеры. И это все, народ. Похоже, тебе снова придется умереть. База атакована. Слияние зарыв. Защита достаточно надежна, чтобы они тут больше не появились. Будь по-твоему. Так, доп. Задание такое. Моя королева. Начинаем выращивать улей. Скоро наши муталиски присоединятся к битве. Ваши войска вступили в бой. Так, войска потихоньку добавлять. И здесь у нас, кстати, чё? Враг увидит, на что мы способны. Тут виспена много надо. Ваши войска вступили в бой. Тебя привел Зератул. Верни мне свободу. Так, ну они строят просто так. А я-то здесь базу строю. Противосвист.
войска вступили в бой. Защищайте тиранов! Пусть народ почувствует вашу ярость! Вступили в бой. Отлично, территория зачищена. Джим, мы выслали тебе подкрепление. Воин пробудился. Вераку. Так.
Так, а это что? Это они базу тут пилят? А, понятно. Здесь тираны, здесь зерги. И дальше еще. Пускай воюют, пока мы все это замутим. Все улучшения. Улучшение завершено. Так, с двух нексусов туда отправим товарищей. У Роя была лишь одна цель — ассимилировать протосов, создать гибридов. Теперь вы больше не нужны. Пустота холодна. Рейдеры, Рою нужна помощь. Слуги мои, у нас гость. Поприветствуйте его, как подобает. Пока возможно. Враг увидит, на что вы способны. Последнее улучшение. Ваши войска вступили, на что вы способны. О, тут еще базу нужно закрыть. Враг познает нашу ярость. Улучшение завершено. Враг познает нашу ярость. Враг увидит, на что мы способны. Враг познает нашу ярость. Враг познает нашу ярость. Улучшение завершено. Враг познает нашу ярость. Так, что у нас там, братан? Раз, два, три.
Убейте тиранов. Такова воля вашего повелителя. Азар де Темплари. Мы изгоним тьму. Растворяемся. Всем войскам на фронт тиранов. Сегодня мы покончим с этим. Ваши войска вступили в бой. Растворяемся. На наши зомби напали. Я скован силой Амуна. Отправляю дополнительный персонал. Наши заводы готовы начать сборку торов для вашей армии. Месторождение минералов истощено. Держать. Нужно выложиться на все 200. Ваши войска вступили в бой. Мы сломили их оборону. Поднажмите. Еще немного. Улучшение завершено. Время истекает. Защита пала. Вот и все, Нарут. Ты больше не вернешься. Месторождение минералов истощено. Будь по-твоему. Месторождение минералов истощено. Ваши войска вступили в бой. Этот аванпост отлично послужит Рою. Скоро наши ультралиски сокрушат Наруда и его прислужников. Похоже, все выгодные позиции в наших руках. Мы вам очень обязаны, Иерарх. Вы способны? Ну, конечно. Газовый гейзер иссяк. Так, все улучшено, это зашибись. Освободи меня. Минералов не слышно.
выходила в переделку. Ну что, парни, кто хочет стать героем? Ваши войска вступили в бой. Пощады не будет. Господа, повинуется воле моего владыки. Скоро вы познаете его истинное величие. Друзья, это была славная битва. Мы должны воспользоваться выигранным временем, чтобы захватить больше территории. Ваши войска вступили в бой. Цикл должен начаться заново. Здравствуй, Дюран. Помнишь, что ты со мной сделал? Стуков пришел позлорадствовать, да? Нет, сукин ты сын. Пришел пожелать спокойной ночи. Приди ко мне, Артанис. Это Тассадар, мой наставник. Но как? Учитель, видеть тебя — великая радость. Я являлся к Зератулу, побуждал его к действию. Пророчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты Зелнага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос, последний хранитель цикла, Рак Амуна. Он един с пустотой. Она — продолжение его воли и моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо по имени Керриган. Ты... можешь принять мою эссенцию. Вознесись, как Зелнага. Продолжи бесконечный цикл. Зелнага? Ты хочешь сделать ее одной из вас? Нет, черт побери. Сара! Нет! Только Зелнага может победить падшего. Сара... ты не обязана этого делать. Не позволь снова себя изуродовать. Вместе мы... Нет, Джим. Я столько натворила. Погубила столько жизней. Миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это моя судьба. Минут. И чё, всё, что ли? Так, чё я там? Всё чисто, уничтожьте все источники миазмов. А тут что-то даже на сложности боец. Шестой гигант пустоты. Ну-ка, и чё дальше? Похоже, что процесс уже начался, друг Рейнард.
Свет Зелнага не удастся укрыть от нашего врага. Нас ждет тяжелая битва. Надеюсь, ты к ней готов. Так, мы погнали.